Один из главных вопросов, с которым сталкивается спортсмен, получивший золото на Олимпиаде. По словам олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, множество титулованных спортсменов просто не умеют жить обычной жизнью. Скажу честно, огромное количество спортсменов, которые, к сожалению, даже имея определенные титулы, они пропадают, потому что, потратив всю свою жизнь на спорт, у тебя вся жизнь была расписана. Ты был не под властью, но ты был под этим графиком. И когда его нет, ты не знаешь, как жить. Вот это основная проблема многих спортсменов. Алексей говорит, ему повезло. Были созданы телешоу, такие как «Ледниковый период», ледовые театры, где фигуристы могли работать дальше по своей профессии. В Пермь Алексей приехал в составе труппы ледового шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Сейчас проблемой адаптации высокопрофессиональных спортсменов активно занялось государство. Для них открыт специальный университет. Сейчас хочу сказать спасибо всем тем, кто, собственно, запустил университет. Он международный спортивный университет. Он находится в Сочи. Олимпийский университет. Он для тех спортсменов, которые хотят поспокойнее вжиться в эту жизнь. И они помогают, курсы помогают стать спортивным менеджером, они помогают тебе стать спортивным, допустим, педагогом, они помогают тебе стать спортивным журналистом. То есть все, что связано со спортом, но как бы уже не спорт. Но главное, что фигурный спорт развивается, и, как говорят чемпионы, это видно не только по спортивным заслугам. Путешествуя по нашей стране, я вижу, что огромное количество площадок новых ледовых открываются, потому что мы на них же и выступаем, и открываем их. То есть самое главное же дать, это фундамент, как у любого здания, дать площадку, пускай без каких-то именитых тренеров там будут работать, но чтобы у людей была возможность приводить своих детей. А дальше подтянутся и тренеры, и появятся новые чемпионы. О том, как стать чемпионом, добиться успеха и не потерять себя после огромных побед, смотрите в интервью с Алексеем Ягудиным в понедельник в 20:40 в программе «Дополнительное время». Егор Тверетинов, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».